Поздно вечером на пульт 102 с просьбой о помощи обратился житель улицы Утигенова. Полицейским он рассказал, что клиент, недовольный платной услугой, которую он оказал, устроил во дворе его дома дебош. Сегодня этот мужчина приходил ко мне в магазин и купил сим-карту Теле2, единицы для интернета. Я ему все объяснил, как загружать их через интернет. Он заплатил и ушел. Но то ли неправильно вводил команды, а может еще по какой-то причине, но интернет у него не подключился. Он ко мне пришел пьяный, стал тарабанить в дверь, говорит, что я его обманул. Я тогда ему объяснил, что надо делать по инструкции этих бланков, которые я дал. Если не получится, приходи завтра. Но он и слушать не хотел. Взял, все здесь перевернул, сломал забор. Задержанный подтвердил, что остался недоволен сервисом, но утверждает, что сломал только забор и чисто из чувства справедливости. Братан, маспын гой? Маспын. Эфирген майтам. Мен маспын. Маған айтты, үшсің, бәрі нормальный болад, интернет дед. Кеттім. Да, я действительно пьян, но меня здесь обманули. Я сделал все, как мне сказал хозяин магазина, но единицы на интернет не пришли, и я разозлился. Я пришел сюда, но в дом не вламывался, просто со злости сломал забор и больше ничего не делал. Задержанному полицейские предложили проехать в РОВД, но он садиться в спецмашину наотрез отказался. Но все же полицейские смогли усадить задержанного в автомашину и, освидетельствовав в наркодиспансере и оказав помощь в травмпункте, доставили его в РОВД. Еще одного нетрезвого молодого человека полицейские задержали возле рынка Жебек-Жолем. Он управлял автомашиной Mercedes-Benz 190. Водителя полицейские попытались отвезти на освидетельствование в наркодиспансер, но на защиту задержанного героя встали его родственники. Водителя полицейские все же доставили на экспертизу, но проходить ее спокойно задержанный не пожелал, угрожая полицейским неприятностями по службе. Если ты меня сатпай деген көкелердің білесің ба, мен солардың қолында шай құйған. Есіп отырсың ба, сен елеп тұрсың сен мені. Есіп отырсың ба, 21 деген бауыржан деген балдарын білесің тентек. Мен нафрин саған келем. Сен жұмыстан алып тастамасаң, болып кетейін сен. Есіп отырсың ба, нұрге сізді алып тастаймын. Есіп отырсың ба, сен маған қатты кетіп отырсың ғой. Сатпай көмек ашқан. Ташкенде тұрған, Самарқанда тұрған мен әпшем. Есіп отырсың ба? Солардың қолына мен су құйғам. Мамыр ай бар. Есіп отырсың ба? Ердегі ДВД-дағы Бауыржан бар. Бәрі көкелерім мен. Сен ойлама. Сен ойлап отырған шығарсың, біреулеп ұстап алам мен. Автомашину задержанного полицейские доставили на штрафстоянку. В отношении самого водителя возбуждено административное дело. Если полицейские докажут, что он управлял автомашиной в нетрезвом состоянии, его ждет лишение водительских прав сроком до 3 лет. А в полночь крупное ДТП полицейские зарегистрировали на бульваре Кунаева. Здесь водитель автомашины ВАЗ-2114, не справившись с управлением, вылетел на разделительную полосу движения, протаранив железное ограждение. К прибытию полицейских водитель автомашины снял государственные номера.